1810 году в местечке Ула на Витебщине родился Иван Фомич Хруцкий, выдающийся художник-реалист 19-го столетия. Отец хотел, чтобы он стал священником, но молодой человек решил заняться живописью и поступил в Императорскую академию художеств. Учителями Хруцкого стали великие живописцы Федор Бруни, Карл Брюлов и Джордж Доу, создатель галереи героев 1812 года в Эрмитаже. Имя нашего земляка прославили работы в жанрах натюрморта и портрета. Петербургская публика сразу оценила талант мастера. Хруцкому присвоили звание академика живописи. После возвращения на малую родину Иван Фомич писал иконы для православных храмов. Он сблизился с митрополитом Иосифом Семашко, при котором униаты вернулись в лоно православия. Сегодня работы художника представлены в Третьяковской галерее и других известных художественных собраниях мира. Искусствоведы называют Хруцкого ярчайшим представителем академической живописи и основоположником русского натюрмортного жанра.